На осадном положении оказались жители деревни Кырма в Иркутской области. Туда повадились заходить рыси. Хищники не боятся ни собак, ни людей. Дикие кошки появляются с наступлением сумерек и воруют ягнят. Из-за этих визитов населению приходится соблюдать комендантский час. После 6 вечера никто старается из дома не выходить. По одной из версий, в деревню зверей гонит голод. Могут быть виноваты, как говорят эксперты, также браконьеры и лесорубы. Рысь живет оседло, но в периоды, когда корма мало, она начинает мигрировать. Им просто некуда деваться часто, потому что человек какие-то места обитания захватывает, и они оказываются в ситуации, когда вынуждены жить очень тесно с человеком. Чтобы отвадить зверей, охотники организовали патрулирование. Пытаются прогнать диких кошек шумом моторов и светом фар.